Однажды, много лет назад, девочку Машу приняли за ангел. Случилось это так. В одной бедной семье было трое детей. Их папа умер. Мама работала, где могла, а потом заболела. В доме не осталось ни крошки, а есть так хотелось. Что делать? Вышла мама на улицу и стала просить милостыню. Но люди, не замечая ее, проходили мимо. Приближалась рождественская ночь. И слова женщины: «Не себе прошу, детям моим, Христа ради!» Тонули в праздничной суете. В отчаянии она пошла в церковь и стала просить помощи самого Христа. Кого ей еще оставалось просить? Вот тут, у иконы Спасителя, девочка Маша увидела женщину, стоявшую на коленях. Лицо ее было залито слезами. Девочка никогда раньше не видела таких страданий. У Маши было удивительное сердце. Когда рядом радовались, и ей хотелось прыгать от счастья. Но если кому-то было больно, она не могла пройти мимо и спрашивала: «Что с тобой? Почему ты плачешь?» И чужая боль проникала в ее сердце. Вот и теперь она склонилась к женщине: «У вас горе!» И когда та поделилась с ней своей бедой, девочка Маша, которая никогда в жизни не испытывала чувства голода, представила себе давно не видевших еды малышей. Не задумываясь, она протянула женщине 5 рублей. Это были все ее деньги. По тем временам это была значительная сумма. И лицо женщины просияло. «А где ваш дом?» — на прощание спросила Маша. С удивлением девочка узнала, что бедная семья живет в соседнем подвале. Девочка не понимала, как можно жить в подвале. Но она твердо знала, что ей нужно сделать этот рождественский вечер. Счастливая мать, как на крыльях, летела домой. Она накупила еды в ближайшем магазине, и дети радостно встретили ее. Вскоре запылала печка и закипел самовар. Дети насытились и притихли. Стол, уставленный для них едой, был неожиданным праздником. Почти чудом. Но тут Надя, самая маленькая, спросила: «Мама, а правда, что в рождественскую ночь Бог посылает детям ангела, и тот приносит много-много подарков?» Мама прекрасно знала, что гостинцев им ждать не от кого. Слава Богу и за то, что Он уже им дал. Все сыты и согреты. Но малыши есть малыши. Им так хотелось иметь рождественский праздник, елку, такую же, как у всех остальных детей. Что она, бедная, могла им сказать? Разрушить детскую веру? Дети настороженно смотрели на нее, ожидая ответа. И мама подтвердила: «Да, это правда, но ангел приходит только к тем детям, кто всем сердцем верит в Бога. А я всем сердцем верю в Бога, от всей души молюсь Ему!» — не отступала Надя. «Пусть Он пришлет нам своего ангела!» В комнате установилась тишина. Только поленья потрескивали в печке. И вдруг раздался стук. Дети вздрогнули, а мать, перекрестившись дрожащей рукой, открыла дверь. На пороге стояла светловолосая девочка Маша, а за ней бородатый мужик с елкой в руках. «С Рождеством Христовым!» – радостно поздравила хозяев девочка. Пока бородач устанавливал елку, в комнату вошла Машина няня с большой корзиной, из которой сразу же стали появляться подарки. Дети не верили своим глазам, но ни они, ни мама не подозревали, что девочка отдала им свою елку и свои подарки. А когда неожиданные гости ушли, Надя спросила: «Эта девочка и была ангелом?»